Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан вновь рассказывает вам о хвостиках WiSpark Professional. И сегодня у меня в обзоре, коллеги, хвостик от компании WiSpark под номером 108. Вот так он выглядит, вот так выглядит его обушок, вот так выглядит его рабочая поверхность. Тут недавно меня спросили, какое расстояние между зубцами. Коллеги, уточню, 2 миллиметра. Если же у вас будут еще какие-то вопросы, напишите свой умный комментарий под этим видео. Я всегда буду рад вам ответить на все ваши вопросы. Значит, смотрите, длина данного хвостика составляет у нас 223 мм. Цветовые решения у данного хвостика красный, белый, розовый и черный. Напоминаю, что черный цвет это у нас карбон. Он у нас выдерживает температуру 150 градусов. И он достаточно прочный. Здесь у нас все остальные цвета, это достаточно такой мягкий вот такой пластик. Это у нас пластик имиду. Он у нас используется при строительстве шатлов. И он выдерживает температуру 220 градусов. Поэтому, коллеги, если же вы хотите делать начес, то используйте, конечно, лучше карбоновую расческу. А если вы хотите использовать этот хвостик с нагревательными приборами, то тогда помните, что все цветные расчески у нас выдерживают температуру 220 градусов. И можете использовать ее даже там с пойками, с утюжками, пожалуйста, если вам где-то это нужно. Значит, что еще? Напоминаю, что это у нас специальное отверстие, это у нас линейка. Обрабатывать данный хвостик я рекомендую только спреем I Love Poro Life. Это единственный спрей, запатентованный компанией Гинко, для дезинфекции всей продукции WiSpark. Щетки, расчески, брашинги, только используйте его. Я в последнее время даже и ножницы дезинфицирую только этим спреем. И вам настоятельно рекомендую. Я не хочу, чтобы вы потратили много денег, а потом положили данную расческу в какой-нибудь лизоформин или под какую-то там лампу, и у вас расческа рассыпалась. Коллеги, покупайте только вот проверенный, рекомендованный спрей. Ну, в принципе, это все. Все, что я хотел рассказать вам в этом видео. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Делитесь этим видео со своими друзьями, коллегами. Мне будет очень приятно. Ну, а с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока.